Несколько пунктов сразу могу сказать. Это, во-первых, в первую очередь пенсии нашим ветеранам, пенсионерам, нашим бабушкам, дедушкам, которые прошли войну. Этих людей все меньше и меньше с каждым годом. Потом медицину. Поднять медицину, строить медицинские центры. Вот, и, наверное, обучение в мединститутах сделать более квалифицированным, а не сделать, допустим, там, блат, там, как обычно бывает, да? Когда человек там, по знакомству приходит куда-то работать, там, стоматология или какие-то еще отрасли, а именно профессионализм. Профессионализм и клятва Гиппократа. Третье, наверное, убрать пиратство, вот, потому что в любой стране цивилизованной, в Америке этого, к счастью, нет. Вот, чтобы человек мог спокойно, имея авторские права, зарабатывать деньги на прокате, если брать актеры, то есть прокат своих фильмов, если брать артистов, музыкантов, то это продажа дисков. Вот. Но сейчас, к сожалению, все можно скачать в интернете, поэтому необходимость что-то покупать в магазинах CD или видеоинформации нет такой, да.